эксцентриссимо. Миллионеры – люди дисциплинированные, живут по правилам, пусть некоторые нам и непонятны, но они есть, соблюдают режим отдыха. А то без порядка все бы их капиталы вмиг разлетелись. 76% богатых людей каждый день выполняют какие-нибудь физические упражнения. Полчаса, ну, проведут на велосипеде или беговой дорожке. А потом бассейн, массаж, маникюр и прочие расслабления за приятной беседой. Люди, которые имеют доступ к телам богатых и о делах их кое-что, что знают. Поэтому получают неплохие деньги за закрытый рот. И с простыми смертными почти не пересекаются. А потом и сами заводят себе маникюр, стилистов, маленьких собачонок и дорогие автомобили. Американка Бонни Браун тоже массажист-миллионер. Но ей не платили золотом за молчание. Она просто оказалась в нужном месте в нужное время. Устроилась 20 лет назад на работу в маленькую компанию Google. Получала $450 и небольшую прибавку в виде акций компании в то время копеечных. Теперь Бонни Браун может позволить себе не работать. Пакет акций за последние годы стал золотым. Эксцентриссимо.